Вот и прошел самый престижный турнир в России РОС-2019. Всем привет, меня зовут Герман, и это Бальная Латина. Ча-ча-ча. Что можно сказать о проходящем прошедшем? Что можно сказать о прошедшем турнире? Конечно, я не буду отклоняться в сторону темы организации. Организовано все было хорошо, все проблемы, которые возникали раньше в этом зале, были решены. Ну, во всяком случае, большинство. И я хотел бы остановиться на том, какое впечатление оставили о себе танцоры, что сейчас судится, какие течения, что я заметил. В общем, поехали. Ча-ча-ча. Так. Я заметил то, что на протяжении всего турнира выделяются различные группы уровней пар. На первых турах проходят пары, которые с максимально собранными вариациями. Видно то, что пары станцованы, все куски затанцованы. И следующее, что хочется отметить, все эти пары в процессе своего танцевания очень импульсивно танцуют. То есть каждое действие делается с прям агрессивным акцентом. Ча-ча-ча. На следующем уровне четвертьфинала, где появляются пары со звездами, то есть наши звезды, лучшие пары, можно отметить то, что все танцуют с ломанными ритмами. То есть, если посмотреть на предыдущий тур, то все танцуют ровно, но импульсивно. В последующем туре вы можете обратить внимание, пары танцуют уже синкопированные ритмы, стандартные фигуры с затяжками и максимально быстрыми переходами. Ну, что-то в таком роде. У всех есть свои наработки, связанные с презентацией. Каждый в свои движения вкладывает какие-то определенные идеи, которые читаются. То есть, будь то концентрация там, на какой-нибудь точке, либо это затянутые движения, а потом быстрые переходы. В общем, огромное множество видов динамики, и причем все это присуще определенной паре. Ча-ча-ча. Пара финала. Я заметил то, что это пары, которые обладают таким свойством, как концентрация. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что пары на протяжении всего своего танца концентрируются либо на своем парном танцевании, либо на каких-то определенных направлениях. И они настолько долго выдерживают вот эту вот концентрацию в каком-то направлении, что это не может быть незамечено на паркете. И такие пары, они моментально бросаются в глаза. Это Ицитуриан, это Паскаль Розалина, это Борджак, это, в общем, весь финал. Ча-ча-ча. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, звоните в колокольчик. С вами был Герман, это блог «Бальная Латина». Пока! Что еще хотел бы для себя отметить? Ну, для вас ответить, наверное, отметить. Я действительно получил удовольствие, что на самом деле для танцоров достаточно сложно, потому что ты все время смотришь и выискиваешь какие-то ошибки. Я бы сказал, что это огромная работа.